Здравствуйте. Выглянувшее вчера солнышко явно решило пококетничать и снова скрылось за пеленой облаков. Ему глубоко безразлично, какие прогнозы нам вещают. Сегодня накрапывает дождь. Погодка грибная, мой пенек усеян ворушками летними опятами. И завтра надо будет ими поделиться с моими волшебниками из автолавки. Она теперь приезжает только раз в неделю. Ну, а грибочки я обещала. Еще нужно столько же принести соседке. Для этого я собиралась отправиться в лес, и погода вряд ли повлияет на мои планы. Но сейчас мне предстоит заняться совершенно другим делом, которое я, честно говоря, на утренние часы не планировала. А виной тому активность пони. Благодаря этой маленькой лошади я сегодня вынуждена заняться пересадками. Встала поутру и обнаружила следующее. Я выпустила поньку за несколько часов до рассвета, поскольку она попросилась погулять, и никак не предполагала, что она вспомнит знойные летние дни и займется тем же самым, что и в июле. Да, но тогда была жара, и выйдя поутру, я обнаружила свою собаку, лежащей в уютно выкопанной колыбельке. Но вот сегодня... Да, говорят, снаряд дважды в один и тот же окоп не попадает. Но тут другой случай. И вот сейчас предстоит брать лопатку. Она как нарочно была оставлена здесь. Видимо, это судьба. И заниматься тем, моя дорогая, что устранять твои плоды деятельности. Нет, ну вот зачем тебе это понадобилось? Ну, ведь не жарко. Хорошо. Только я не понимаю, зачем ты валяешься на дожде, когда у тебя есть комфортабельная конура. Эх, пони. Впрочем, я да и так собиралась на то место пересаживать хосту. А в такую погодку она приживется просто замечательно. Поэтому поход в лес, моя дорогая, откладывается на некоторое количество времени, но мы туда все равно пойдем. Да, истинно сказано, что боги не делают все к лучшему. Не успела закончить пересадку, как хлынул уже настоящий дождь. Течет вода с крыши, и было бы неприятно оказаться под ним в лесу. Впрочем, любую непогоду можно переждать. Через несколько часов, а может быть и минут, он по-любому закончится. Ну, а в лес я пойду сегодня непременно. Я свято верю в то, что все будет именно так, как я запланировала, потому что сегодня немножко особенный день. День радостный, несмотря на непогоду, но об этом немножко попозже. Прошло каких-то 25 минут, и вот оно, проклевывается солнышко. Появилось голубое небо, и тучи уходят на юг. Ну что ж, пора браться за корзинку и стартовать. Так и должно было случиться. Сегодня мой день. А вот и Аська нас догнала. Радика что-то не видно. Мы отошли совсем недалеко от деревни, и отсюда открывается великолепная панорама. Холмы, леса. И вот в этот маленький лесок мы сейчас и отправляемся. Как же красиво все смотрится в лучах солнца, которое прорывается сквозь тучи. Возможно, дождь сегодня еще и пойдет, но меня это совершенно не удивит. Уже за неделю как-то привыкли. Ну что, Понь, пойдем. Прогуляемся, хулиганка. Лесок, в который я направилась, для нас всегда считался учебным. Ну, только поначалу. Когда в 83-м году мы здесь объявились, в этой деревушке, где, слава богу, родители купили дом, во-первых, он оказывался ближе всех, а во-вторых, в нем очень сложно заблудиться. В северной опушке видна деревня, с запада и востока он окружен полями, а с юга всегда доносится шум трассы. В те годы он был менее интенсивен, но, тем не менее, заблудиться тут было крайне тяжело. Хотя и здесь попадаются кабаны и лоси. И на одной из елок мой сосед Володька, где вешал улей для пчел, обнаружил в этом году следы медведя. Так что животным глубоко все равно, что лес маленький, в основном лиственный, они его также любят и посещают. И с этим лесом у меня связаны воспоминания, которые имеют прямое отношение к сегодняшней имениннице, моей старшей дочери Нике.
Ёлки-палки, если бы кто меня спросил, каким был день 28 сентября 37 лет назад, я бы не смогла ответить. Потому что на протяжении всего этого дня, может быть, он был великолепен, а может и дождлив, я находилась в недрах 27-го роддома в Москве на Коптевской. Да, процесс был сложен, но все увенчалось благополучно. И первое посещение Никой леса имеет отношение именно к вот этой опушке. Меня иногда спрашивают, почему она так любит лес, природу и животных. Ну, видимо, потому что в период пренатального развития она посещала лес со мной каждый день, находясь в животе. И нам с ней довелось даже на 7-м месяце беременности удирать от кабанов. Я еще тогда думала, разражусь под елкой или нет. Им было глубоко наплевать, кто там показался, но пес, который их поднял, в общем-то, вывел их из душевного равновесия, что передалось и мне. И к чести своей должна сказать, что корзинку я тогда не бросила, хотя она уже была полна. Ну вот, куда-то устремились животные. Надеюсь, сейчас на меня никто не выскочит. И дадут рассказать до конца. Ну а здесь случилось следующее. Однажды летом мы с Никой остались в деревне одни. Родные уехали. А в этот момент как раз пошла бешеная волна белых. Я места себе не находила, мне ужасно хотелось в лес. Решилась, посадила Нику на плечи. Ну, ей тогда еще не было 2 лет, и она была не особенно увесистой. И мы ринулись на эту опушку. Поставила ее около полянки с земляникой, сама начала рыскать вокруг. И так, перетаскивая ее с места на место, от одного ягодного места к другому, быстренько набрала полный пакет. Ника начала попискивать, потому что ее донимали комары, и мне уже пора было возвращаться домой, потому что моя клажа, поклажа тоже уже стала весьма нелегкой. Как же я, наверное, тогда напоминала вьючного верблюда. Дочурка за спиной, на шее на ремне висит пакет полный белых. И я ее все-таки дотащила без всяких проблем до деревни. Мы вернулись уставшие, но довольные. И затем Ника стала бывать в лесах все чаще. И ей, как и мне, не терпится возвращаться сюда снова и снова. Вот такое вот воспитание. Кто-то своим детишкам музыку классическую ставит, кто-то песенки поет, когда они находятся в утробе. Но у нас все было немножко по-другому. Вот так вот начинается деятельность человека, который теперь уже совершенно осознанно решил с природой связать всю свою оставшуюся жизнь. Прошла через лес и спустилась к ручью, где находятся плотины наших старых добрых знакомых бобров. И чувствуется, что здесь жизнедеятельность кипит. Вот они, свежесгрызанные веточки ольхи, которые они таскают из этих зарослей. И вот тут летом сидела Ника, ведя свой стрим. А мы с Юлькой и Машкой встретились все вместе и внедрились в процесс съемок. Девчонки затем переходили вон по той плотине. Боги, как это было недавно. Жаркий летний день. О, сейчас тут все-таки что-то поменялось. Вон свалена еще одна ольха. Начали грызть березку на том берегу, причем здоровенную березку. Да, жизнь кипит, и жизнь продолжается. Летом здесь все обмелело, и этот затон казался гораздо менее обширным. Деревья выступали среди зарослей осоки на островках, а сейчас, после дождей, все залило водой. Ну что ж, продолжаю свою прогулку и предвкушаю сегодняшний вечер, который Ника, Артем, Машка, Роська и их друзья с юга проведут все вместе. Наверняка все будет замечательно. Ну а меня еще ждут несколько километров приключений. Ну вот и опушка. Пора домой возвращаться. Ну что, нагулялись? Да, леший сегодня к нам был милостив. Собственно, пошла-то я за летними опятами для соседки. Вообще вчера был какой-то странный день. Одна позвала, с оленями одарила, вторая позвонила, пирогом яблочным наградила. Нет, они не знали, что у меня сегодня такой знаменательный день, я бы сказала, даже триумфальный.
Ну, это с моей точки зрения. Но вот так вот совпало, что сегодня постный ужин, скажем так, праздничный, мне обеспечен. Ну, а грибы, грибы я сегодня пошла собирать исключительно для того, чтобы благодарить Олю, которая меня так вкусно угостила. Ну, вон ворушечки. Ну, а то, что я лисички нашла, это уж спасибо лешему. Никак не ожидала, несколько подосиновочков, даже белый. Ну что ж, видно, ему понравились те слова, которые я произнесла, когда рассказывала про Никин дебют в лесу. Ну, все это мои предположения. А впрочем, случайности не бывает. Есть одни закономерности, просто мы не всегда их замечаем. Ну вот, даже дикая яблонька преподнесла мне сегодня яблочко, которое я с удовольствием отведаю. Пока мне пить не хочется, поскольку до дома совсем недалеко. Итак, буду ждать сегодняшнего вечера. В назначенный час начнутся взаимные поздравления. Меня с благополучно состоявшимися родами. Нику с появлением на свет. Что ж, больше нам всем праздников. Здоровья и удачи. Ну а завтра опять новое событие. И я уже знаю, какое. Но пока не скажу. До свидания.